Заниматься спортом можно и нужно не только в молодости. На стадионе «Спартак» прошел фестиваль ГТО «Все возрасты покорные». Проверить свои силы решили больше 50 участников со всего региона. В числе испытаний – отжимания, наклоны и смешанные передвижения на скорость. Им необходимо преодолеть дистанцию в 2 километра. Они могут идти пешком, они могут бежать. Это на их выбор. Забеги проводятся для мужчин, для женщин, для ветеранов от 60 до 70 лет и для 70 и старше. Участники фестиваля ГТО – нетипичные представители почетного возраста. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, они вышли на стадион. Каждый занимается в меру своих возможностей. Многие из них со спортом всю жизнь и останавливаться точно не планируют. Ну, я так думаю, что дешевле бегать, чем посещать докторов. Это очень дорого. А нам, пенсионерам, беречь нужно каждую копейку, поэтому я и бегаю. Всем, кто хочет получить знак отличия ГТО, подробно рассказали, какие еще дисциплины нужно сдать. После прохождения базовых испытаний участников пригласили на чай, так сказать, восстановить силы. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.